В «Ивановской газете» грядет смена руководства. Временно исполняющий обязанности губернатора Павел Коньков подписал поручение разобраться профильному ведомству с непростой ситуацией, которая сложилась в редакции. Изданию не хватило выделенных на этот год бюджетных средств. Я приглашал и директора ГУП «Ивановской газеты», и главного редактора Бобровицкого, то есть и не услышал на сегодняшний день четкого понимания, как выйти из этой ситуации. Кроме того, конечно, нас не очень устраивает, что при серьезных тратах, затратах областного бюджета на сегодняшний день «Ивановская газета», за исключением выпуска «Толстушки», является очень малотиражной и малочитаемой. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, в правительстве региона решили назначить нового редактора. Эту должность на данный момент занимает Андрей Бобровицкий. Ему предложено стать заместителем главного редактора. Мы просто хотим, чтобы пришел новый человек, который бы разобрался и предложил все-таки пути выхода из вот этого своеобразного кризиса. Мы очень ценим Андрея Бобровицкого как журналиста и как человека. Мы просто полагаем, что в силу вот своей еще, может быть, молодости и как раз вот, может быть, бесконфликтности, это хорошая вещь, но то есть он вот пока как бы... Может, не готов вот к каким-то серьезным изменениям, которые на сегодняшний день жизнь требует от этого издания. Большая часть трудового коллектива решение о смене редактора не одобряет. После новогодних праздников Андрей Кабанов планирует встретиться с сотрудниками редакции и обсудить сложившуюся ситуацию. Новым редактором «Ивановской газеты», по нашей информации, станет Юлия Загвоздкина, которая уже занимала этот пост ранее.